В Чебоксарах продолжают бить рекорды. Мегафон в честь 9-летия со дня появления сети в Чувашии наградил рекордсменов в мобильном общении и абонентов, которые пользуются услугами связи с момента запуска. О празднике, поздравлениях и призах в нашем репортаже. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До завтра. 9 лет для компании – возраст небольшой. Однако Мегафон в Чувашии за это время достиг больших высот. Сегодня компания по праву может гордиться своими рекордами, первый из которых был поставлен прямо в день открытия. 17 августа 2004 года к сети подключились 5012 абонентов. Такую цифру в России еще не смог повторить ни один сотовый оператор. Нина Соляева стала одной из первых подключившихся 17 августа 2004 года. И с тех пор верна своему оператору. На сегодня она является еще и самый общительный. Разговаривает в среднем 22 часа в месяц. С детьми в основном, с внуками, с родственниками, с подругами. Друзей очень много. Всегда найдешь, с кем пообщаться, позвонить кому. Уникальной номинацией стала «Надежная связь». Ее победители – семья Сергея и Инги Солиных. Ровно 9 лет назад они вместе стали абонентами компании и до сих пор пользуются услугами Мегафона. Почему мы остались супругой в этой компании? Благодаря тому, что развивались у нас технологии. Значит, компания была такая надежная. Связь, находясь в любом месте, даже вот мы частенько уезжаем там, в разные города, в любом месте надежная связь. Поэтому и не изменяли компанию. Забота о своих абонентах – не единственная социальная миссия Мегафона. Компания регулярно принимает участие в социальных проектах республики, поддерживает спортивные мероприятия разного уровня. Сегодня, впервые побывав здесь, я увидела, что это действительно высокотехнологичная компания, которая, что важно, реализовывает ряд социально значимых проектов. Я компании Мегафон желаю большого плавания. Спасибо вам за работу. 9 лет назад наши абоненты установили всероссийский рекорд по количеству подключений за один день – 5012 человек. И сегодня их уже более 650 тысяч. Мы благодарны каждому из них и особенно тем, кто остается в нашей сети с момента ее запуска в республике. Свою основную задачу мы видим в том, чтобы развивать свои услуги, сохранять качество на высоком уровне. Сегодня Мегафон – это почти 650 тысяч абонентов, 500 базовых станций, которые покрывают все районы Чувашии. Это единственная компания, предоставляющая услуги сети четвертого поколения в регионе. Благодаря этому за 6 лет скорость мобильной интернет-связи выросла с 200 килобит в секунду до 40 мегабит в секунду, а это практически в 200 раз. Какие итоги Мегафон подведет в свой первый 10-летний юбилей, узнаем уже через год. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.